Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 8 июня, и я делаю краткие-краткие видеообзоры томатов, которые сформировали и хорошо наливают первую кисть. Вот сегодня на 8 июня показала госпожу удачу сибирский изобильный, потом вечный зов, русские колокола. И вот хлебосольный розовый. Он тоже, уже у него хорошие томаты вот на нижней кисти. Они, конечно, еще увеличатся, но я показываю те томаты, посадив которые, вы сможете получить урожай уже в июне, даже в холодном регионе. Один из них, вот это сибирский, ой, хлебосольный розовый, извиняюсь. С вами была Ольга Чернова. До свидания, иду дальше.